Пейзаж одновременно удручающий и впечатляющий. Неестественно желтый водоем, как будто из фантастического фильма. Об этом месте немногие знают, хотя располагается оно не у черта на куличках, а в лесном массиве в районе водозабора. Недалеко из-за деревьев видны трубы Ниаровской ТЭЦ. Предположительно, что с той стороны и идет в этот отстойник желтая жижа. Видно, что котлован уже переполнен, прибрежное дно пошло трещинами, в воде никаких живых организмов не видно. Меня лично, как рыбака, данный котлован и непонятная вода здесь, непонятная жижа, она беспокоит, потому что эта вода уходит в Черемшан ручьем и, возможно, просто отравится рыба. Более того, помимо жижи есть еще гора каких-то твердых отходов, причем буквально в нескольких метрах располагается еще один котлован. Говорят, что на этом месте тоже когда-то был отходник, но все высохло, и это стал уже затвердевший желтый водоем. Также говорят, и это видно, отходы частично пытались убрать и вывести. Река Большой Черемшан с этого участка не просматривается, да и пробраться отсюда до нее проблематично. Но река недалеко, заверяют рыбаки. И отсюда к ней все-таки ведет ручей или протока. Может быть, это место следует проверить соответствующим надзорным службам. Что это за отходы, откуда они и представляют ли они угрозу для загрязнения окружающей среды. Наш сюжет можно считать официальным запросом. Арина Макарова, «Наше время».